how many times, but it's good. First and second place for Russia is good. О, что, доктор, ты записываешь, что ли, интервью? Фильм, сэр, I don't understand. Fourth time European champion? Four. Четвертый. Ты четырехкратный чемпион Европы. О, Данксон. Ода? Гуд, Данксон, да? 15, 17, 19. Три, ода? Are you happy? Yes, I'm happy. Happy? I'm happy, yeah. And second round was very good. So here the a little bit mistake. Thomas Hultemann is here from the Kreisel. Little bit later. What does it mean to win in Oberhof on a German track? Ah, что значит для тебя выиграть на немецкой трассе в Оберхофе? А, ну это означает то, что это моя родная трасса, домашняя. Я приехал домой. This is his home track. It was so easy to win. Okay. Good luck for Sochi. Спасибо. Thank you very much. Всё, какие впечатления, какие эмоции? Не, ну, а каким? Только кайф получаю от того, что я, опять же, говорил себе, что я стану сегодня чемпионом Европы. Я себе говорил об этом, я верил в это, я знал, несмотря на то, что я в первом заезде шел на второй позиции, и в первом заезде у меня была ошибка такая грубая на самом, ну, на самом старте, и я взял, исправил ее во втором заезде, показал свой рекорд на старте, очень здорово прошел. И, ну и трассу выписал. Да, небольшую ошибочку допустил. Доволен? Да, конечно, доволен. Ну, нет, господи, спасибо. Чисто спортивный интерес. Спасибо.